болящую кошку. Изуродовала, изнахратила хаска. Ну, эта буска пришла. Он не принимает ее. Кажется, больную бы она должна как-то поберечь. Нет, она ее зазирает, как бы обижает. Вот эти шарики дал Сергей собачью еду. Она их выбирает. Собачья, кошачья, не очень разница. А это ни к чему нет. Только гальянов поймали, дали, поели. Вот у ней прокусы эти. И второй сгиб ноги, видно, парализовала. Она едва-едва его шевелит. Что с ней делать, не знаю. Вот они утром. Это спит в комнате, здесь на кровати. Место нашла. А буска по полям ходит. Всю ночь охотничает где-то. Вот это пытается, смотрит, что-то поесть надо. Она боится ее. А была, всех обижала, вот эта белая. И как положение сразу изменилось. Крадется. Вот их какое отношение друг к другу в кошачьем мире. Не, она не то, что враждебна, а просто пытается тоже этот шарик взять. Утащила. Ну, даже шарищик это съесть. Ну, там всякое намешанное. Продают корм собачий. И то она едва-едва вот съела. Все лето вот возимся с ней. Вот это хаска. Это полузверь. Полудикая собака. Она ни к чему абсолютно не пригодна, как только красивее показать. И вот она это сидела здесь на солнышке, около шарика они близки друг к другу. Это, видимо, сразу с налета ее прыгнула, ухватила. Она знает, где точно около хвоста. Вот так и львы, когда дерутся, парализуют другого. И это точно так же. Белая ешь, белая, белая. Белая ешь, ну, красавица такая была. Вот так. Это вот в животном мире. Сегодня у нас 19-е преображение, 19 августа. Вот она. Движется как. Видишь, как на костылях. То есть она никуда не годна. Ни мышей ловить, ничего. Вот залезть на кровать, и то не может. Вот подойдет. Видишь, то прыгала, то вот так. Кое-кое как. И оттуда теперь смотрю. И целыми днями будет спать. Но я на улицу выношу ее, она на солнышке из берез в траве где-то ляжет и лежит. Понимает, что жизнь окончилась. Ну. Что такое? Вот она ложится. Все. Больше она ничего не может делать. Я сказал о собаке, и на меня же обиделась. Да как же, в моем дворе пришли, эту собаку поймал. Ну что, она у меня 20 минут на привязи побыла, а потом хозяйка ее там где-то волейбол играет. Они... Ну, то есть, не молитвенное состояние. Вот она пытается что-то там залезать, а там ничего не сделаешь. Нервы перекушенные. Я показывал, какая это кошка на занятиях. Она как-то более живая, когда с Буской рядом. Буска ее обихаживает, как бы.
ну, трется об нее. Это уже тоже как бы дает ей движение жизнь. Ну, это все еще залезет. Кашу манную варит им Марина. Маленько молочка плесну и вот этой собачьей еды. Вот она какая справная, гладкая. Так вот в жизни людей бывает. А вот эта белая, она гоняла и ту, и другую. Всех она обижала. Характер такой коварный. Сидит из-под полотавы вылазит, даже она сядет и сидит. Та только голову показывает, ну, на двор ходила. Она раз ее по морде, да, и отскочила. А теперь ее обижают все и зализывают у себя. Я вот смотрю и переношу это все на человека. Вот точно так же. Никого не признавал, герой, угрожал, бил, пьянствовал, все делал. Ба, беда. Где-то его побили или еще что-то. Ну что, охота утереть это, и лапа не движется толком. Ох, лежа, лежит. Так. Ну да, пошла теперь кверху. Вот так, все на второй этаж. Вот туда тоже пошла спать. Вот тут они у меня. Ну а обусков там сказать рыжая. Палева я Паля зову котенок. Дай, Господи, здравия скотам. Мгновенно, в одну секунду положение изменилось. Теперь ее никто не считает за кошку. То коты всякие мылились, а тут никого нету. Все. А та теперь там зализывает свои лапы. Она тут побыла, помыться надо. Всю ночь охотится. Охотница. Это тоже дочь рыжей. Она у меня на второй плацкарте приходит, иногда запускаю ее, а так-то обычно на улице. И вот это моется здесь, а это у себя такое место избрала. Все сегодня.